Добро пожаловать! Мы продолжаем смотреть на карточные игры прошлых лет, и сегодня у нас Astral Masters, что значит «Владыки Астрала». Первая игра для меня карточная была Astral Tournament, потом Spectromancer, и вот после уже Spectromancer «Владыки Астрала». Как раз таки в Spectromancer я говорил об этой игре, только название не мог сразу вспомнить. В общем, Astral Masters. Astral Masters является продолжением, даже сюжетным продолжением, в принципе, Astral Tournament. Ну, то есть астрального турнира. Потом уже идет, после Владык Астрала, идет уже Spectromancer. Вот такие пирожки. Ну, об этом можете все почитать, узнать. В общем-то, игрушка отличается от астрального турнира и от Spectromancer. В общем-то, да, отличается. Красивая мадама сидит. Ладно. Сразу понятно, куда я смотрю, поэтому отвлекаюсь. Ладно, давайте посмотрим. Есть лига, есть мультиплеер. Настройки нам не интересны. Здесь ничего удивительного нет, особого, специфичного. Поэтому мы с вами попробуем дуэльку просто посмотреть и все. Итак, ученик мага — это враг. Можно менять его. Продвинутый маг, опытный маг, мудрец, архимаг. То есть это наивысшая сложность. Мы сделаем ученик мага для интереса, для теста. Ну и здесь в плане выбора аватарок очень большой выбор. В плане выбора аватарок очень большой выбор. Это интересно сказано, ладно. Здесь их на самом деле очень много. То есть на каждый вкус, на свой вкус каждый может, то есть, подобрать. Меня все птички отвлекают, я ничего не могу сказать вам хорошо. Так, хорошо, выберем, допустим, вот этого чувака. И классическая дуэль. Интересная особенность здесь вот в чем. Смотрим. Жизни у нас по 40, сила магии у нас 0, маны 0. И вы скажете, как же карточки-то ставить, а нужно пожертвовать чем-то, либо существом, либо какой-то карточкой. Итак, смотрим. Анализ астрала. Заклинание воды, стоимость 4, увеличивает на одну силу мага. Маг получает дополнительную карту. Смотрим, кого убрать. Уберем. Смотрим, что у нас освободилось. Теперь мы, то есть, сдали, пожертвовали карты и получаем какие-то на выбор две карты. Огненный дух, существо огня, атака 4, жизни 9, когда призван, наносит 2 урона хозяину. Так, играет огненное или воздушное заклинание. Шаман наносит противнику 2 урона. Попробуем вот эту штучку. Мне 2, конечно, ну да ладно. Он тоже жертвует, тоже что-то получает. Огненная стрела наносит 9 урона указанному существу. Ах ты сволочь, ах ты сволочь, какой редкостный. Так, смотрим. Фея-танцор. Фея-ветровик, инквизитор. Так. У кого здесь самое слабое звено? Гоблин-шаман. Так, попробуем лесную змею. Способность: лесная змея перемещается в указанный свободный слот. Стоимость 1. Если в слоте напротив есть существо, атака лесной змеи увеличивается на 2. Ну, сделаем так. Посмотрим сейчас, как он пойдет. Грифон. 5 урон противнику. В принципе, значки похожи на те, которые были в астральном турнире и в спектромантере. Ну, это все, как говорится, ягоды одного поля. Так, хорошо. Смотрим. Способность лесная змея перемещается в указанный свободный слот. Да нет, наверное, перемещаться мы не будем, хотя... Меняется позиция с указанным существом хозяина способности. У обоих такая интересная, конечно, способность. Ну ладно. Поставим. И так, нужно чем-то пожертвовать. Да, стена кислоты. Наверное, конец хода. Гоблин-ловец. Угу. Хорошо, 4 урона этому существу будет наносить гоблин-ловец. А мы сделаем вот так. Он сразу 4 наносит, это не страшно, это нормально. Так, каменный дождь. Стоимость 5, наносит 15 урона по каждому существу. Если сила магии не менее 8, то наносит урон только по существам противника. Сила магии, так, не менее 8, не менее 8. Пожертвуем, пожалуй, способность. Возвращает указанное существо хозяина в руку хозяина. Ага, удобно. Ладно, конец хода. Посмотрим. Ну, так, краткий забег просто. Молот древних. Так, наносит 5 урона указанному существу противника. Ну, естественно, кого ж вы хотите? Естественно, его завалить хотите. Гигантская черепаха. Каждый раз, когда владелец играет заклинанием со стоимостью 3, владелец получает дополнительную карту. Владелец может иметь только одну черепаху в игре. Да, пожалуйста, не жалко. Фу, в принципе. Так, жертвовать, кого бы жертвовать? Кровавый охотник или же инквизитор? Инквизитора уберем. Так, конец хода. Пока нечего делать. О игре вы можете прочитать на официальном сайте. Он до сих пор работает. То есть все это дело работает. Но больше игра не обновлялась. Хотя написано, что с 2014 что-то начали новое делать. Посмотрим, конечно, не знаю. Гоблин-шаман. Ё, около меня, вот везух.
Стена мира. Уменьшает на одну атаку всех существ противника. Хозяин получает дополнительную карту в конце каждого своего хода, в котором он сыграл какой-нибудь ритуал. Хорошо. Так, 4-10, 3-8. Сделаем так. Мана. Конец хода. Ну, нормально, нормально. Пока живем, пока живем. Молот древних опять. Понятно. Очевидно, невероятная, конечно, была ситуация. Все сразу ясно стало. Жертва Дорлоку. Заклинание огня. Так, маг уничтожает такое значимое существо мага. Маг получает две карты, две маны. А, своих надо, да, жучить. Печалька, конечно. Три. Ладно. Спасающий ритуал. Заклинание воздуха, стоимость 1. Возвращает указанное существо мага в руку мага. Икс маны. Так. Существо фея Оракул. Вот так сделаем. Ай-яй-яй. Сейчас уберут, да? Так, здесь опять мы все убираем. Своих, естественно, не будем подставлять. Интересно, интересная задумка, интересная механика. То есть отличается от спектромансера и астрал турнамента. А, указано существо. О-го-го-го-го. Ноль, уже лишили нас кого-то там. Хозяин теряет все карты из руки и получает одну новую карту взамен. Ладушки. Пускай. Так, спасающий ритуал. Нет уж, без ритуала обойдемся. Ох, сейчас потеряем столько всего. Молот древних опять пошел. Вот он не любит моих черепах. Бумс. Плохо. Ай-яй-яй. Так. Глиняный голем. Глиняный голем не получает урона от заклинаний игроков и от способностей существ. Вот это хорошо. Ах ты, зараза. Способность. Так, хорошо. Ну, хотя бы кого-то мы сняли. Уже радует. Огр-солдат пропускает свою атаку. Прикольно сделано, прикольно, согласитесь. Если кому интересно, можете найти на просторах. И купить эту игру можно. Поэтому вариаций много. Чистые знания. Заклинание воздуха, стоимость 5. Маг получает 3 карты. 16. Вытягивание жизни. Заклинание огня. Наносит 6 урона по указанному существу противника. Маг, сыгравший это заклинание, получает 6 жизней. Так, у кого здесь можно что забрать? Давайте сделаем вот так. Угу. Ну, хотя бы как-то так, да? Так, смотрим. 5-4-1. Угу. Пожертвуем немножко. Ничего страшного не случится. Выжигание памяти. Противник теряет 4 карты. Серьезно? Вот ты сволочь. Вот ты редкостная сволочь, конечно. Лови пилюльку. Шар из молний. Да, братан. Сейчас меня уделают такими темпами. Но играл я в эту игру мало, то есть найти-то я ее нашел, играл уже потом. Но опять же было очень мало времени, поэтому не получилось. Так, лечит 10 жизней выбранному существу и наносит 10 урона существу в слоте напротив. А вот так вот. А вот так не хочешь? Бдумс. Ядовитый паук. Я сейчас помру. Да, ученик мага выигрывает. Новая дуэль. Давайте еще раз попробуем. Что-то я как-то расслабился и не то сделал. Хорошо. Клонирование. Заклинание воды. Маг получает копию указанного существа себе в руку. Так, ветер порабощения. Заклинание воздуха. Стоимость 4. Возвращает указанное существо в руку игрока, сыгравшего это заклинание. Этот игрок получает урон, равный стоимости указанного существа. Берем. Поставим. Так, способность. 8 урона. Заклинание воды. 2.11, 2.10, 2.14, 3.10. Ох-ху-ху-ху-ху-ху. Заклинание воды. Так, ладушки, ладушки. Мерфолк Оракул увеличивает силу магии хозяина на 1. Каждый раз жертвует карту земли. Тогда сделаем так. Огненная стена. Ну, естественно, я так и думал, что он огненную стену поставит. Так. Ну, сделаем так. Угу. Оставим. Оставим. Получать 10 маны и теряет карту. Это уберем. Способность 4 наносим. Конец хода получается. И еще плюс наносим 7. Ну да, нормально. Ну то есть всего 7. Астральная стрела. О, японский городовой. Мерфолк элементалист. Угу.
Так. Отличный парень. Поставим его. И тебя пожертвуем. Лови. Красоту. Может, сейчас я выиграю хотя бы. 36-34. Ровно идем. Ледяной голем. Ай-яй-яй-яй, сейчас сниму. Так, последняя жертва. Заклинание воды. Стоимость 4 наносит каждому игроку урон, равный половине жизни игрока, сыгравшего это заклинание. Урон округляется вниз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, атака двух соседних существ. Отлично. Это уберем. Шибани по нему. 28, жирно жить не запретишь. Прикольно сделано. Феникс. Феникс, эх. Сняли кого-то. Вставай. Чирик. Чирик. По врагу нельзя, как в Астрале? Нет, судя по всему, нет. Чик. Так, жертвуем. И понеслась. Жара. 26-36. Каменный дождь. Да ты задрал, ну серьезно, ну чувак. Опять снял всех моих. Ну ёкалымэнэ, ну так не годится. Вот он делает меня, что-то огненная стрела. 9 урона указанному существу. 4-2. Поставим сюда противостояние. Ах ты зараза. Не получает урона еще он. Вот свинота. Мстящий друид. Тут по-другому надо. Тут не все так просто играется. Каждый раз, когда хозяин жертвует карту, он получает дополнительную карту. Так, семерочку поставим сюда. Феникс. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Сейчас меня опять уделают, да? Советы демонов. Так, наносит 2 урона магу, сыгравшему это заклинание. Маг получает 2 дополнительные карты. Если игрок жертвует эту карту, советы демонов наносит 2 урона по нему, и он получает дополнительную карту. Ага, так, дополнительную карту. Так сделаем. И, наверное, сделаем... Так, 15, значит, вот так, пятерку. 11, 4, без разницы, да? Да. Ладушки. Ритуал усиления. Ну, усиливай давай. Ух ты, йог, десятку сразу, да серьезно. О-о-о, серьезный парень. Да, по-другому игра играется вообще. Так. Возвращается в руку хозяина и приносит ему 4 маны. Не надо. Лечит хозяина 5 жизней. Есть такой контакт. А урон равный половине жизни от существа. А вот так сделаем. 25 снимем тебе. Лечит хозяину 5 жизней. Отлично. Ну и понеслась. Все равно сейчас уделают. Бастион тьмы. Ох ты, зараза, это бастион тьмы опять. Тащер. Даже ученик мага Тащер. Но я давно не играл, я просто вспомнил, вернулся сюда и все на этом. И на этом все. Так. Ага, заклинание стоимость 5. Не могу. Так, наносит выбранному существу половине жизни. Ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Ай, зараза, 4, ладно, хоть не мне. А, все, я слит, опять. Ну, ничего страшного. Что ж, я просто для теста записал, если опять же понравится игрушка, то можем еще порубиться. Может быть, кто-то играл и знает какие-то супер тактики. В общем, оставляйте комментарии, вспоминайте, пишите, как вы познакомились с этой игрой. Я просто случайно совершенно наткнулся, на сборнике была она. Вот, сперва Астрал играл, потом Спектромансер, а потом уже Владыки Астрала. Все, до новых встреч, хорошего настроения, пока-пока.